Сегодня 18 июля, ячмень калькюль. Здесь вот норма высева у нас 1 миллион 50 килограмм. Ячмень неплохо так распустился, закрыл, можно сказать, междурядье. У нас пошли дожди. Пока еще у нас вегетирует 2 миллиона. Здесь уже, конечно, вегетация начинает прекращаться. 3. Можно сказать, что она прекратилась. Хотя там, я смотрю, еще, конечно, кое-что пытается дозревать. Ну и 4 миллиона. Калькюль. Так, по урожайности на вид вот на данном участке, во всяком случае, ячмень особо так не обманывает, судя по колосу, то здесь не менее 50, а под 60 центнеров, даже на 2 миллионах. То есть в целом, как бы по густоте, визуально я не вижу особых различий. По миллиону, на миллионе, конечно, возможно, будет поменьше, а возможно, будет столько же. Как бы сложно пока сказать, потому что здесь еще вегетация продолжается, и возможно, здесь масса тысячи будет больше, плюс доспеет тот же подгон, который... Хотя не могу сказать, что на более изреженных посевах там много подгона, особенно на яровых. На яровых практически его нету. На озимых, да, есть. На яровых я его... Так, ну, прям уж очень много там сказать я не могу. Нет. Даже на таких посевах, на нормальных, стандартных, со стандартной нормой высева, подгон один раз даже больше. Потому что много недоразвитых, то есть стеблей, которые в целом дают колос, но потом как бы они в таком состоянии, можно сказать, на волоске, то ли растение отбросит этот стебель, то ли оставит, дождь пошел, оставила, и этот стебель начинает развиваться. То есть стебель дает колос, и в итоге этот подгон как бы немножечко... С одной стороны мешает, с другой стороны, если он успеет дозреть, он дает прибавку. То есть такие вот моменты присутствуют.